Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Одинцовскому округу при поддержке отряда спецназначения «Гром» задержали в окрестностях Кубинки подозреваемого в сбыте наркотических средств. В сумке мужчины обнаружили 3 пакета с порошкообразным веществом общим весом более 4 килограммов. Экспертиза установила, что в одном из свертков находится мефедрон общей массой около 1,5 килограммов. Остальная часть изъятого порошка направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.